давай уже ходи, сколько можно думать. В этой игре нет ограничений на время размышления. Так что не вякай. Наклс, цуко, если ты сейчас же не сделаешь ход, я набью тебе морду. Ладно, ладно, не кипятись. Я это... Во! На тебе вот так и вот так. Ура, я победил! Ура! Иха, я форевер! Наклс, чё тебе надо, лузер? Козырного туза не бьют, так что сядь на место и продолжай игру. Спалил, падла. Соник, тебе надо есть поменьше хот-догов. Это не я, это Наклс. Что Наклс? Почему всегда виноват Наклс? Я вообще подумал, что это Эггман пролетел. Спать. Вы чё творите нафиг? Я к вам с новостью прилетел, а вы... Нам насрать, насколько грамм ты поправился. А я что, поправился? Тьфу, блин. Вы хотя бы знаете, какое сегодня число? А месяц? Ну хотя бы год, я знаю. 1994. Какой нафиг 1994? Сейчас 1980. Вы придурки. Сегодня 10 декабря 2012 года. И чё с того? Вы знаете про предсказание Майя? Нет. А что это за хрень? В древности эти чудики предсказали конец света. Ну и когда настанет этот конец света? Послезавтра. Вы хоть понимаете, что нам жить осталось всего лишь 2 дня? Блин, и что же нам теперь делать? Я знаю. Надо спросить у Тейлза. Чё это с ним? После того, как Эми учила его плавать, он теперь ее боится больше воды. Эй, Тейлз, есть дело. Эй, чего вы там так усердно смотрите? Эми хочет научиться водить самолет. Это обучающая программа. Эми, зачем тебе самолет? Возьми лучше Наклза, он соляры меньше жрет. Верхом на Наклзе тебя не догнать, я уже пробовала. А вот самолет то, что надо. Ладно, хватит базарить. Тейлз, мы пришли к тебе по делу. Согласно древнему предсказанию Майя, мы все умрем через 2 дня. Блин, вы хоть понимаете, что сейчас начнется? Паника! Тейлз, успокойся. Дыши полной грудью и не паникуй. Я спокоен. Я спокоен. Всем успокоиться. Я знаю, что делать. Я читал книгу «За 2 дня до конца света». Там сказано, что нужно отметить последние дни, как никогда раньше. Напьемся в жопу. Затем сделать то, что всегда мечтал сделать. Черт! Пошла нафиг, Эми! Ну так чё, парни, чё делать будем? Я бы съездил на рыбалку. Мне эта идея нравится. Решено. Собираем то, что осталось от Соника, и едем на рыбалку. Красивый лес. Помнишь, Эггман, как я тебя тут дрюкал? Как насчет реванша? Последнего в жизни. С удовольствием. Ага, ты уже не такой быстрый, как в молодости, да? Может быть. Зато я поумел. Маленький говнюк. Эй, Эггман, чё ты там висишь? Эми? А какого чёрта ты тут делаешь? А я, гуляю. Во, пошла дальше, гулять. Соник, блин, подожди меня. Я не понимаю, почему эта тупая рыба не попадала к нам на крючок?
А Шэдоу, засранец, обещал телепортироваться к 5 на реку, но телепортировался уже пьяный к 9. Да, последняя рыбалка в жизни и такой облом. Не ссыте, у нас еще завтра целый день будет, можно еще куда-нибудь летать. Ладно, у нас на сегодня запланировано бухалово, и никто не посмеет его испортить. На, умирать трезвым я не хочу. Так, ты уверен? Эй, ребята, Эгман не верит, что я могу выдать ящик пива за минуту. Соник, я верю в тебя. Эй, Эми, тащи пиво. Засекайте время. Блин, как башка раскалывается после вчерашнего. Ух, как я показал Эгману. А он не верил? Стоп, не понял. Чья это кровать? Это же гидрогород. Что я здесь делаю? Что за хрень? Обручальное кольцо? Mm.